работают прогулочные судна, работает джетбот. Сегодня у нас 14, по-моему, число. Вода идеально чистая, ребята, людей много на пляже. Сейчас засниму этот ролик, дойду до горы и буду оттуда снимать прямой эфир. Для чего это видео? Инстаграм, в YouTube выложу, потом телеграм-каналы. Попробовал снять с новой камеры, пока до сюда шел с дому. Вот, протестирую, как она будет себя вести. Посмотрю на качество видео. И тогда буду уже думать. Телефоном снимать или ею. Может быть, ее оставлю для семьи, может быть, нет. Так, кораблик отходит. Сегодня идеально тихо, спокойно. Людей много на пляже по сравнению с тем, что было. Вот так вот освечивает море красиво. Там собачка купается. Джетбот. Давай посмотрим, что там с нашей кукурузой. Ну, люблю я подкалывать нашу кукурузу. Людей много, куча целая. На центральном пляже тоже куча народу. Так, значит, столовая закрылась, где я постоянно привет передавал. Значит, кафе Бриз работает. Тут все красиво у нас. Солнце светит, очень жарко. Сейчас посмотрим, что там творится. С температурой и со всеми делами. Так, температуру не показывают, но я сейчас вот смотрю, вот посмотрите, пожалуйста, температура 36-37-38 градусов, почти 39, вот, но здесь, кстати, вот видите, крышка, она закрывает от солнца, и поэтому градусы настоящие. Градусы настоящие. Не обманывает.
народу куча. Так, это кафе закрылось. Где-то 25 градусов вода сейчас, ребят, будет, потому что при такой температуре именно такая вода и бывает. 25-24 градуса. Минимум 24. Так, ну людей видите сколько. Людей куча на пляже. Сегодня 14 октября. Кукуруза не дала соврать. Люди купаются, загорают. У нас сегодня очень жарко. И так будет до конца октября, я думаю, ребят. А там посмотрим, что будет дальше. Ну вот такая ситуация у нас. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.